Всем доброй ночи. 12 минут счета остается. На сегодняшний день это будет самая масштабная война на сервере, которая у нас до этого происходила. Посмотрите, сколько здесь собралось народу вокруг базы АРРГ. До постройки базы РГ остается 10 часов. До постройки нашего поста остается 23 минуты. Эх, 12 минут счета. Очень жаль. Очень веселая предстоит битва. То есть здесь собрались у РГ самые топы вокруг базы. Ривер 210 миллионов. Хейтс 64 миллиона. Локи, либо Джеймс Бонд 137 миллионов. Валтри 52 миллиона, ну такой себе. Кикурин 80 миллионов. Зили Дрейн, короче, как можно ближе они всех своих топов поставили. То есть тут намечается прям веселая-веселая битва. Смотрите, сколько народу. 286 наш противник, который тут встал типа около поста. Молодцы какие. Кто тут еще есть? Из ТСЕ пришел Ганац. 133 миллиона. Вроде тут больше никого сильного такого не видел. Они все должны быть в шляпках. Но помощники из пики тут пришли. Мистер Икс, Доктор Ивил. Вся шайка ихняя пришла, но она далековато как-то расположилась. Вот тут даже Рфам. Ничего себе, его даже не заметил. 116 миллионов, красавчик. Спрятался. Очень-очень много народу на самом деле. Кого здесь только нету. Вот, Сундел, кстати, из 286 тоже здесь. 128 миллионов. В общем, тут... Ну, тут не весь сервер, но половина сервера точно есть. 281 здесь нету, потому что где они? Все правильно, вот они вот здесь вот тусуются. Тут у них тусовочка около нашего здания. Они, видимо, хотели у нас отжать какие-нибудь здания. Ну, я имею в виду про сообщество, вот про вот это. Так мы от него и сами отказались. Я-то подумал, что они сюда базу будут строить, но что-то пока как-то на это не особо похоже. 29 минут у них. Ну, может быть, следующий пост поставят после того, как мы начнем атаковать. В общем, тут ожидается веселье. 281, потому что он весь тут тусуется. Можете пятым. И тут какой просто кусок. В общем, очень-очень много всего непонятного. Кто кого будет атаковать... Главное, своих же не перебить. В общем, тут предстоит очень-очень много веселого. Пострадает очень много людей. Ну, как говорится, чему быть, того не миновать. Будем смотреть, чем все это закончится.